первый раунд, ангар, ангар, алле. Чемпионат и первенство по французскому боксу «Савату» среди спортсменов двух федеральных округов – центрального и северо-западного. 150 участников, но зрителей не так уж много. И это боль любителей «Савату». Он не так известен, как классический английский бокс. Хотя все основания для того, чтобы быть популярным, у «Савату» есть. Он учит думать. И во французском боксе очень мы заставляем спортсменов думать, не просто боксировать, не просто обмениваться ударами, а думать, вести бой умно, тактически, грамотно выстраивая так, чтобы как можно меньше получить и как можно больше попасть. Чемпионат для спортсменов – это не только состязание, но и продвижение по спортивной лестнице вверх. 17-летний Александр Писарев планирует получить звание кандидата в мастера спорта. Амбиции обоснованы. 2 года назад Саша уже стал чемпионом России в своем разряде. Я уже довольно долго занимаюсь, поэтому страха выхода на ринг у меня нет. Выхожу и там уже как пойдет. Александр окончил школу №3 в Одинцово. Сейчас здесь же учится в техникуме на программиста. При настойчивости и спортивной удаче карьера саватиста может сложиться для него гораздо успешнее карьера айтишника. Конкуренция не такая большая. Получить кандидат в мастера спорта, попасть в сборную России и выезжать на международные соревнования. Тренер Александра – председатель Федерации Савата Московской области Герман Львов. Его энергия по продвижению французского бокса недавно была оценена Министерством спорта. Наставник получил юбилейную золотую медаль. Планы у Германа Вячеславовича наполеоновские. Говорит, чемпионат федерального округа в Одинцово – это только начало. А все потому, что именно здесь находится центральный клуб Московской области. Соответственно, если брать поэтапно, мы в дальнейшем планируем проводить всероссийские турниры. Ну и потом можно будет даже начинать подготовку для международных турниров. Соревнования в Одинцово – отборочный тур перед чемпионатом и первенством России, который состоится в Санкт-Петербурге 28 апреля. Тимур Гайсин, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».